80 бойцов экологического отряда мэра убирают мусор и валежник более чем с 15 тысяч квадратных метров. Эту территорию на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Николаева и Киренской превратят в благоустроенный сквер. До конца октября здесь закончат санитарную обрезку деревьев, обустроят пешеходные дорожки. Сегодня здесь и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он говорит, чтобы выполнить такую работу, нужны активные люди. А мы на вас опираемся, на таких, как вы, людей. Потому что только вместе... Общественники, специалисты, я имею в виду в разных отраслях, в данном случае спортсмены, мы можем вместе только делать вещи общественно полезные, все остальное не имеет никакого смысла. Масштабная модернизация идет и в здании городского патриотического центра на Пискунова. Сейчас здесь восстанавливают системы водоснабжения, отопления и электричества. А после завершения первого этапа планируют организовать спортзал, тир и учебные классы. Как раз занятия мы имели в виду и программу такую уже вот сейчас мы готовим, чтобы проводить их обучение здесь, в центре Святослав. Вот пятидневные сборы, скажем, командиров, их стажировку. А дальше они уже командуют своих отрядов. Это очень важно, чтобы все были услышаны, потому что у всех есть опыт, у всех есть понимание, и как это все будет формироваться, там, значит, как это должно выглядеть. Потому что сейчас я пока вижу, что очень много идей, но надо расставить точки и акценты, и уже работать целенаправленно. Сейчас силами Иркутского городского штаба студенческих отрядов в помещениях проводят косметический ремонт, а в сентябре воспитанники центра приступят к занятиям. Галина Соболева, новости «Сейчас».